Приморье наградили победителей 5-го юбилейного краевого конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей». 6 ребят в возрасте от 7 до 15 лет получили дипломы и подарки. Принимать участие может любой ребенок по желанию. Главное, чтобы рисунок соответствовал тематике. В этом году у нас поступило на конкурс 480 детских работ. Ну и, соответственно, вот сегодня лучшие работы будут представлены на церемонии награждения. Специалисты Дальневосточного регионального центра охраны труда показали детям прием оказания первой помощи пострадавшим и проведение сердечно-легочной реанимации. Цель нашего конкурса – это подготовить подрастающее поколение, будущие трудовые ресурсы, с тем, чтобы они подрастали, осознанно понимая, что охрана труда, что здоровье работника на производстве в какой-то степени зависит не только от работодателя, но и от того, как ты будешь правильно соблюдать все требования охраны труда. Всего за 5 лет организаторы собрали 2796 рисунков. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.